Оу. А сказали, что ты сюда по... Все, начинается заваруха, походу, опять. Ага. Война, пиздец, блядь. Так вообще охуенно, да, было? Но... Пол второго сейчас выстрел первый, да, у вас?
сучка, сядь. Сняли уже, сняли. Пошла мазута нах. Сейчас покажем немцам, бля. Да ну на. Че, казак? Меняется. Фу, ёбана в рот. Чего? Там Макар ждём. Ну чё, кого ёбана в рот? Рамиль! Это, блядь, не
Ну вот и конец страданиям. Все пылает и горит на поле боя. Мутно все, да? Да. Тупо именно. Солнце смешает на товаришку. Нихуя там дымов, я ебал. Дым-дым снимай, дым-дым-дым. Где? Вон, сзади. Не, вон, вон, вон. О, нихуя. Вон там тоже горит. Где надо приближать? Ну, нормально. Ну-ка, дайте. Вот на это смотри. На экран. Вон уже все собрались, нахуй, построили. Эти выехали с этих, нахуй, с окопов уже. Хуя пожар здоровый, ебать, ву, горит, нахуй. Вот и все, конец. Ну, по сути, если бы дембелей всех уволили, блядь, воевать бы было некому, да? Давай спичку положишь. Мы едем домой. Почти домой, в лагерь. Ясно. Подъезжаем.
короче. Да похуй, я бы так на капоте домой ехал. Пойдем, пойдем, все. Домой бы так заебался. Да ну кого? Бляха, блядь, встал. Бочку тонн на 5 бензина, нахуй. Я поехал в автобус. Вот и наш лагерь, нахуй. Вот мы и приехали. Все, конец фильму, нахуй.